Окей, третий раунд. Пыль в глаза. Начинает Морев. Эй, эй, эй. Ребята, давайте все реагировать как надо. Все разогрелись, все знают, что делать. Поднимаем руки, качаем вверх, вверх, вверх. Окей, окей, я готов. Начинаю. Эй. С моим чередом уже полуфинал. Столько разных МС, что не вывозят по скиллам. Задыхаются, стонут, будто кто-то напинал. Жрут микрофон, как хот-дог. Закажите пиццы в зал. Я сидел, угорал, когда смотрел отборы топ. Где твой стиль, где твой напалм? Ты не панч, рил топ. Даже блогеры сейчас стелят, да как ты б не смог. В твоем плеере Хованский, в моем биге и нейдог. Пыль в глаза, тут пыль в глаза. Слушай все, что я сказал. Нужно делать на все сто, чтоб раскачался полный зал. Забивал порох в патроны, пока ты его юзал. Не нужно мучить русский рэп, он хочет, чтоб ты завязал. Если нужно сделать годный трек, я помогу. Кому-то стиль, кому-то жопой вверх. Идти ко дну, ты поставил на удачу, эй, это не true. Я поставил на свой опыт, бро, аляулю. Все, что ты можешь делать, это опустить пыль в глаза. По-настоящему крут тот, кто стоит, как скала. Слова могут сбить с ног, если не держит земля. Рука взялась за микрофон, значит будет жара. Все, что ты можешь сделать, это пустить пыль в глаза. По-настоящему крут тот, кто стоит, как скала. Слова могут сбить с ног, если не держит земля. Рука взялась за микрофон, значит будет жара. Вывожу 100 из 100, не сыпь тут пух, братан. Моя правда на устах, тема очень проста. Либо ты тащишь, либо посылает хором. Нах, можно много сказать, но это не кинуть на репит в своих ушах. Они кричат, о май гад, мои треки выше сорта. Ты об этом должен знать. Это пустить пыль в глаза. По-настоящему крут тот, кто стоит, как скала. Слова могут сбить с ног, если не держит земля. Рука взялась за микрофон, значит будет жара. Что ты можешь сделать, это пустить пыль в глаза. По-настоящему крут тот, кто стоит, как скала. Слова могут сбить с ног, если не держит земля. Рука взялась за микрофон, значит будет жара. Эй, 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 всем спасибо. Третий раунд. Пыль в глаза. Только секундочку. А, типа, ну, короче, мне нужен круг пошире, да, блядь, я задыхаюсь, потому что я жирный, но... Давай попробуем зачитать рэп, что ли, блядь. Баттл, Саранск, там, блядь, половина бэков прописано, блядь. Я забегаю на биток, и между ног у твоей самки стало сыро и тепло. Она просила быть нежней, но я жестокий подонок. Я писал этот куплет под стук яиц об ее подбородок. Я легенда, мужик, как B.I.G, только жив. Уже не помню, скольких МС я на бэтлах сложил. Зови меня Стив Роджерс, я в ответе за свой щит. Твой ебальник водоем, в котором водятся лещи. Болен рэпом, веришь в это, как священный служитель. Я навещу тебя в больнице, как любимый исполнитель. Дрочишь на еврея, а ведь он был неправ. В Москву только сейчас приехал картавый талант. Пускай пыль в глаза, это не мое. Считаешь, ты лучше меня, ты долбоёб. Твой успех на их глазах я развиваю прахом. Я иду дальше, а ты идешь нахуй. Взять пыль в глаза, это не мое. Считаешь, ты лучше меня, ты долбоёб. Твой успех на их глазах я развиваю прахом. Я иду дальше, ты идешь нахуй. Я с полуслова завожу любые залы, клубы. Все, что заводишь, ты лишь себе за щеку залупы. Порохляя с наркотическими веществами, в паре со своей крали сосете хуй, как Леша Панин. Благодаря таким, как ты, я стыдно за хип-хоп. Потому что гомофоб. А, сука, забыл! Одним лишь своим видом, блядь. Цвета флага садомитов. Сосиска между булок. О чем ты думал, блядь? Не зависит от судейства. Ведь это не гей-бар и не, блядь, концерт фейса. Глаза, это не мое. Считаешь, ты лучше меня, ты долбоеб. Твой успех на их глазах я развиваю прахом. Я иду дальше, а ты идешь нахуй. Пускать пыль в глаза, это не мое. Считаешь, ты лучше меня, ты долбоеб. Твой успех на их глазах я развиваю прахом. Я иду дальше, а ты идешь нахуй. Там про новую школу, сука, слова были, прям вылетели из головы. В общем, так скажу. Морев, ну, типа, добротно зачитал. И там все было очень, типа, аккуратненько. Ну, то есть, ну, в общем, суперкультурно, скажем так. Без каких-то наездов.
И это, ну, в целом безлико достаточно было, к сожалению. Несмотря на то, что М-Килла забыл там какой-то текст, кусок, но он супер смешной. Слава богу, у меня ну, нет воображения, не могу представить какие-то картинки в голове, и слава богу. Вот, но М-Килла реально, ну это было смешно, это было дерзко, это было круто. Я даю голос Саранск за М-Киллу. Братан, все чистенько, ровненько. Я даже, когда ты говорил, вот сейчас зачитаю, сейчас попробую, я тоже стал переживать, думаю, как так, М-Килла, да? Но когда ты начал, блядь, делать даже второй куплет, который ты забыл, я думаю, все поняли о чем-то. Сосиска между Вот, поэтому, бро, за тобой будет интересно дальше наблюдать, братан. У тебя все четко, качай скилл, делай дальше вещи, все будет хорошо. Only starter. Я в этот раз, друзья, отдам за чистенько и ровненько. Не потому, что вы сбились, не потому, что... Причем вы позитивный, но вот если бы вас поставить в рамки, в которых выступал ваш оппонент, то вы бы дали бы меньше. Вот, он этим смыслом сделал больше, чем вы. То есть если у вас убрать вот этот весь мат, вот этот вот, то вы бы меньше бы сделали, на мой взгляд. А вам... Все круто, просто давайте перчика побольше. Может, ну, любого, на ваш взгляд, матного, не матного, как захотите, я за вас отдам. Спасибо большое, спасибо. Ну, конечно же, сосиски, булки, сардельки, пельмешки, там, картошка. Все, салаты, соль, перец там и так далее за тебя. Но, в принципе, и ты тоже неплохо все сделал. Но что-то как-то, короче, ни туда, ни сюда, ни вверх, ни вниз, вот так вот. Так что... М-Килла, да? И футболка у тебя, конечно, вообще. Слушай, я не знаю, кто тебе дорогу перешел, но свечку точно надо поставить. И все время попадаются пипец, какие сильные соперники. Он просто охерею, что выдал. Ты, когда ты выступал, это было очень качево, это было, ну, интересно послушать. Я думал, бля, ну Морев, походу, изи пройдет. И тут вышел М-Килла и просто раздал столько панчлайнов, сколько сегодня еще ни у кого не было. Это было там реально очень... на 3 текста или 4 да. было. Это была очень сильная пара, аж свет, блядь, выключился в клубе. Но спасибо, мой голос за М-Киллу. Воу, спасибо. Килла идет дальше. Морев, сейчас не жалеешь, что не отказался, что не забрал денежку? Нет, я получил бесценный опыт, и вообще все, что происходит, это очень круто. Я участвую уже не на первой ставке, и вот атмосфера та, которая здесь царит, и те люди, которые здесь выступают, это на моей памяти самая сильная тема. Поэтому просто дайте сами себе шума, ребят, спасибо. Oh, yeah, спасибо, okay. Спасибо, оппоненты.